энное количество раз. В частности, Катя и Иван поделились перед началом этого первенства, что когда им грустно, они включают свой любимый диск с финстепом и сразу становится весело. Танец странный, сложный, бешеная скорость, сплошные зубцы и прыжки, но Кате и Ивану нравится. Смотрим, сумеют ли они сделать так, чтобы понравилось еще и публике. Несколько затягивается приготовление, и вот сейчас все готово к началу обязательного танца. Широкие размашистые движения, абсолютная синхронность. И так и хочется воскликнуть, что все было идеально в этом исполнении финстепа Екатериной Рублевой и Иваном Шефером. Ну, посмотрим. Нам, как российским болельщикам, хочется выдать желаемое за действительное. Во всяком случае, у меня лично создалось впечатление, что спортсмены катались с настроением, с душой, что называется, и им самим доставило удовольствие так, как они прокатали этот финстеп. Ну, во всяком случае, если они выступят на уровне своего личного рекорда, пусть это позволило им подняться всего лишь на третью строчку в чемпионате России после первого дня соревнований. Тем не менее, сейчас они выйдут в лидеры. В всяком случае, мы именно на это надеемся и даже можно сказать, что и рассчитываем. Екатерина Рублева практически с самого рождения на льду. Дело в том, что ее родители Светлана Бакина и Борис Рублев в конце 60-х годов прошлого столетия выступали на самом высоком уровне и даже составляли конкуренцию легендарной паре Людмилы Пахомовой и Александр Горшков. Потом занялись тренерским ремеслом. И Екатерина вспоминает, что в детстве меня просто ставили на коньки, а дальше я уже занималась чем хотела. И 13 лет назад отец Борис Рублев нашел для Екатерины партнера Ивана Шефера, ну а мама Светлана Бакина стала первым тренером дуэта. Иван до того выступал в одиночном катании, но когда Борис Рублев увидел этого тогда еще совсем юного паренька, решил, что должно получиться. Должно получиться у его дочери и Ивана Шефера. И несмотря на то, что поначалу партнеры не слишком понравились друг другу, ибо Екатерина заявляла, что Иван достаточно скромный и ей с ним может быть даже неинтересно, тем не менее сейчас эта пара прогрессирует, причем хочется верить, что продолжит прогрессировать и дальше. Итак, оценки. Let's go for the dance, please.
Екатерина Рублева, я Иван Шеф. 29-04. Все-таки, мне кажется, немножечко поскупились арбитры, но, впрочем, я не могу быть абсолютно беспристрастным в этой ситуации. Мне-то кажется, что выступили на 33, может быть, даже и на 35 спортсмены. Уступают венгерскому дуэту, но, тем не менее, поднимаются на вторую строчку Екатерина Рублева и Иван Шефер с результатом 29,4 балла. Ну, как видим, Катя сама недовольна. Ей казалось, что